Как вы поняли, во время нашего выступления на сцене может появиться вообще кто угодно. Вот как будто мы ему что-то сделаем. Здорово, это ты спал с моей женой? А чё, вы прям вообще всех спросили, что аж до меня очередь дошла? Но если вы имеете в виду чисто физиологический сон, то да, мог, там еще бабушка с внуком в этом купе ехали. Ни с кем я не спал. Ну смотри, если я узнаю, что это был ты... То и меня обрадуйте, пожалуйста. А вообще, давайте без насилия, завтра все-таки день тишины. Какой день тишины? День рождения Егора. Ладно, по ходу дела я ошибся. Мужчина, подождите, спасибо. За что? За то, что так долго верили в меня. А я уже вытянул свой счастливый билетик. И кто это? Моя девушка. Пусть она скажет. Да, я его девушка. И где вы познакомились? Дай угадаю, в темноте? Да там интереснее история. Это дочь маминой подруги с работы. Не, ну всем же мамы предлагали познакомиться, а я рискнул и оп, джекпот! А чё она за тобой ездит? Да следит, чтоб я ей ни с кем не изменял. Вань, в твоем случае это можно делать дистанционно. Да кого она меня каждому столбу ревнует? Ну, кстати, да, единственный, с кем у него может получиться, это столб. Ребят, мне правда все время кажется, что он от меня ходит налево. Да вам не кажется, у него реально одна нога короче другой? Ванечка, да не слушай ты их, ты у меня самый лучший. Мне с тобой так повезло, так повезло. И мне с тобой так повезло. Я один вижу, что кому-то из них больше повезло. В фитнес-центре. Спину ровнее держи. Чё? Ну я инструктор, мы же с вами репетировали. Ты инструктор? Ну да, я мастер спорта. По шахматам? Но я предпочитаю не договаривать эту информацию. Да, инструктор, не хотел бы я иметь такое тело, как у тебя. Ну вот видите, работает. Ну скажи мне, инструктор, правильно я бицепс сделаю? Да я никого не осуждаю, как бы делайте, как хотите. Может, ты мне еще подскажешь, какой протеин мне взять? Этот или этот? Ну, я думаю, этот там как бы огня больше нарисовано. Ну, дизайнер же хотел этим что-то сказать. Ты какой-то бесполезный. Пойдем, я, может, на тебе удары поотрабатываю. Удары? Не, вы выберите один, я сознание быстренько потеряю и все. Ты вообще хоть что-то можешь? Подстраховывать? Ну давай, подстрахуй. Храни вас Господь! Чё? Похоже, фристайл окончательно зашел в тупик. Обычно в этой ситуации команды пытаются вывести на сцену звезд. Но мы каких смогли, тех нашли. Вы не переживайте, они регулярно на Первом канале появляются. В общем, встречайте. Мужик с гонгом из передачи «Что, где, когда». Но если вы не верите, это правда он... Вы еще обещали других звезд подтянуть? Ну тогда встречайте, женщина с двумя шкатулками из «Поля чудес». Мужик с черным ящиком из «Что, где, когда». Мужик с черным ящиком из «Поля чудес». Константин Львович, мы ни на что не намекаем, но судя по тому, сколько передач ведет Галкин, вы стараетесь экономить, а тут один ящик два человека выносят. Леша, а чего у женщины глаза такие грустные? Так у нее зарплата 15 лет напрямую зависит от того, угадал человек, какой шкатулки деньги или нет.
Но их там еще много. Продолжаем. Женщина, которая пробует майонез в контрольной закупке. Парень, который открывает дверь участникам шоу «Голос». А мы не потеряемся на их фоне. Да нет, конечно. Разниматель драк из «Пусть говорят». Уважаемый компьютер, кто хочет стать миллионером. Охлаждатель водочки из «Играй гармонь, любимая». И венчает эту вереницу звезд человек, которого максимально сложно было найти, Андрей Поздняков. Если вы не знаете его по имени, то его каждый день в 9 вечера по новостям показывают. Ну и вот один из примеров, как в регионах увеличивают темпы строительства. Ну и к чему мы вывели сюда всех этих людей? Просто, как сказал один человек, неважно, какой ты яркий, запоминающийся и харизматичный, главное, что ты работаешь на благо всей команды. Егор Харламов. А кто такой Егор Харламов? Так-то, спасибо. Здорово, Ашара! Ну, хоть поздоровался. Это Виктор, мой одноклассник. Он обижал меня в школе, судя по всему, и сейчас. А я сижу, смотрю, КВН ваш какой-то не смешной. Ну да, это не человека в женском туалете запереть, конечно. Нормальный прикол, да? А я думал, ты не выбрался. Каждый год тебя поминаю. Витя, что хотел-то? Да хотел узнать. Долго это еще ваша клоунада идти будет? Ну, сейчас спрошу Александра Васильевича. Давай. Леш, ты если спрашивать пойдешь, немножко формулировку измени. Витя, что в Москве делаешь? Кем работаешь? В такси. Где родился, там и пригодился, да? А что, нормальную работу не найдешь? Да работа сама меня найдет. Ты че, мутко, чтоб работа сама тебя находила? Ну мы вообще не очень общительные. Честно говоря, из развлечений предпочитаем в основном настольные игры. А сейчас мы на отдыхе, поэтому самое время для викторины «Угадай я» в песнях Газманова. Поехали. Ну что ж, мы начинаем. Первое «Я». А я по жизни загулял. Я по жизни загулял. Верно. Следующее «Я». А я девушек люблю. А я девушек люблю. Молодец. И то, что песню угадал, тоже. Продолжаем. А я ясные дни. Неверно, Егор. Это ясные дни, момент с тройным комбо. А я ясные дни. Абсолютно верно. Алина, соберись. Сейчас сложный вопрос. Назови песню Олега Газманова «Где нет я». Это «Балтийский берег». Ну и чтобы проверить, послушаем всю песню целиком. Очень близко, Алина, но нет. А у нас следующий раунд. Продолжите строчку. А я девушек. Ну это просто люблю. Неверно, Егор. А я девушек. Я их вместе. Абсолютно верно. Егора сегодня просто не остановить. И у нас время финального раунда. Олег или Родион? Люси. Родион. Олег. Ты моя... Олег. А там дальше можно не продолжать, там дальше только Олег. Ну ладно, Вань, ты иди, мы выступаем. Я тоже выступаю, у меня есть музыкальный номер. Ну давайте посмотрим. Ну многие из вас ездили на Курскую косу.
Но он реально не слышит, там вся кровь к ногам ушла. А еще я в Красноярске школу танцев открываю. А вечером закрываешь, мы знаем, ты сторож. Все, давай, иди. Влад Топалов смотрит Евровидение. Представлявший Россию Сергей Лазарев стал третьим. Ха-ха, неудачник! Блин, холодной водой заварил. Мама, я танцую под нашу басу. Папа, нет, ты дома. Константин Львович Эрнст придумывает крутые фразы, чтобы выгонять команды с биатлона. Пацаны, без обид. Красавчики, вы отдыхаете. Так-то, ну как-то так-то. Пацаны. Вань, ну хватит. Да чё? Ну не может пародию на первое лицо канала показывать последнее лицо канала. В доме престарелых после пенсионной реформы. Иди работай, вяжет она, сидит. Мама, я танцую под нашу басу. Папа, нет, ты дома. Ну, как видите, мы все увереннее и увереннее. Даже осмелились написать несколько новых проектов для Первого канала. Константин Львович, мы их сейчас с флешки вам на компьютер скинем. Чё звали? Вань, да это не тебя. Это, Лёш, тут все зависло. Ну, как неловко получилось. Но благо у нас Саша системным администратором работает. Он сейчас на раз-два все починит. Константин Львович, я понимаю, вы эту фразу ни разу не слышали, но уступите место. Ну, конечно, вкладок тут понаоткрывали. Саш, ты поаккуратней с кнопками. Ноутбук в театре Российской армии мало ли ничего запустить может. Ну, погуляйте, пока я тут надолго. Саш, мы сейчас все погуляем, если ты тут надолго. Папка, проекты для Пельша жизненно необходимы. Ну, для Пельша жизненно необходимо. Вас тут Хрусталев в скайпе вызывает. Здравствуйте, Константин Львович. Не доделал еще. Стриптиз в клубе. А, женщина, я тут кутил недавно, что-то не подрасчитал. Можно мне 22 рубля обратно? Мне на проезд не хватает. Ну, у вас же там предусмотрен какой-нибудь кармашек под мелочь. Я уже и так придумал, как с одной пересадкой ехать. Ну, правда, верните мелочь, как бы и себя подразгрузить, и карабкаться легче будет. Женщина в очередь. А, вы сюда. Блин, я запутался, а какая теперь из них моя? Сейчас, конечно, картинка такая... Как будто два полицейских под сокращение попали и за место борются. А вы вот сейчас на пилоне прям по званиям, да? Ну типа полковник и подполковник. Ребята, играйте номер, у меня кровь из носа походу пошла. А под Новый год самые неуверенные люди — это те, которые снимают новогоднее видеообращение президента. Ну все, идет. Здрасте. 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 Ну все, поехали. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились... Владимир Владимирович, снимать будем долго. Это же не губернатор, быстро снять не получится.
Давайте его вернем. Камерой только он умеет пользоваться. Владимир Владимирович, у вас рубль упал. Да вот реально, ну снег упал. Ну я серьезно, ну я про это, не про что-то другое. Блин, реально холодно, а? Да. Да там все равно Трамп. А давайте ему еще один шанс дадим. Ну все, снято. Да, Владимир Владимирович, что началось? Да Дмитрий Анатольевич, да вы-то куда? Ну мы не первый год приезжаем в Светлогорск и... Вань, мы за Кевина боремся, а не за Оскар. Это что такое? Не важно. Важно, Вань, нам и так хватает международных скандалов. Ты объясни. Да что-то экзотики захотелось. Кому? Ей? А это что, типа, в Светлогорске весь загар на нее ушел? Саш, ты понимаешь, что это расизм? Не-не, я к женщинам нормально отношусь. Вань, ну познакомь нас. Это Белла, она из Франции. Ну это много объясняет, у тебя же тело на круассан похоже. Ну и какие планы на жизнь? Возьмем квартиру в ипотеку. Вань, ее предки не для этого столько за свободу боролись, чтобы добровольно в рабство вступать. Ладно, некогда нам с вами. Нам нужно идти готовиться к танцевальному турниру санатория «Чайка». А какой там приз? Ранний выезд из санатория «Чайка». Вань. Чё, опять колени повылетали? Ага, в этот раз прям жестко. Выключи. Мужчина, чё заткнись, вам... я не к тебе. Александр Васильевич, вы позвонили, сказали так, мол и так. В зале будут 25% люди, остальное птицы. Птиц вижу. Меня по людям кто-то мог предупредить, что люди живые будут. Я нахрена вот этих вот делал? Вы можете не считать, их 540. Откуда знаю? Это вся моя телефонная книжка. Тут все, моя бывшая. Моя нынешняя, моя будущая. Седокова. А чё темп она неплохой взяла, может и до меня дойдет. Мужчина, а вы вообще в курсе, что есть способ делать людей и попроще? Да? А чё у твоих родителей не получилось? Тут все, урод из вашей команды, еще урод из вашей команды, третий урод из вашей команды. Ну вы в целом поняли, как я к вашей команде отношусь. Мужчина, ну было бы странно, если бы и птицы, и люди в зале были деревянными. Странно, если б люди были деревянные, а птицы живые. Вот это странно. Хорошо, а как, по-вашему, картонные люди смеяться должны? А ты посмотри, собака какая. Вот так они смеяться должны. Вот так. Было бы над чем смеяться. Не, ладно, зал. Пожури меня, кто-то мог предупредить? Мужчина, сейчас не такое жюри, вы чё, КВН не смотрите? А чё-то нет, ага, брат, времени! И как, по-вашему, такое жюри оценки ставить должно? Я не пойму, ты чё думаешь, я чё-то не продумал или чё? Вот так оно оценки ставить должно! Вот так оно оценки ставить должно! Все пятерки одна четверка, все пятерки две четверки, там 56 разных комбинаций!
Как смеяться будут, показать? Да не надо, наверное. Не, ладно, зал, жюри, я ж им еще звезд сделал. Вон, Киркоров, Басков, Миша Гребенщиков. А он почему не деревянный? Во-первых, так дешевле. Во-вторых, мне по работе в столярке кто-то должен был помогать. Спасибо, Мишань. Ваня, это что такое? Я тут подумал, для того, чтобы человеку купить новый айфон, для начала нужно продать старый. Если для продажи нового айфона есть красивая презентация, то и для продажи старого ее нужно сделать. Дамы и господа, разрешите представить вашему вниманию iPhone X. Потому что любой iPhone после выхода нового сразу становится iPhone X. Ну что ж, экран. Экран настолько удачно разбит, что жена никогда не прочитает ваше сообщение. А вы прочитаете! Камера. Камера как Харатьян. Остается в безупречном состоянии после всего, что с ней было. Совершенно необыкновенный объем памяти, потому что все приложения удалены, а память все равно заполнена. Это необыкновенно! В телефоне также очень много закачанной музыки, и она удобно распределена по плейлистам. Музыка для бега. Музыка для бега в стену. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. Музыка для чтения. Весна опять пришла. Вань, почему это для чтения? Да потому что там, где ее слушают, обычно много читают. Музыка для секса. Вань, да выключай, наверное. Да подожди, никогда не слышал. В смысле, короче. Уникальная модель. Цена вопроса 50 тысяч рублей. 50 тысяч раз. 50 тысяч два. 50 тысяч три. Дмитрий Хрусталев, но я пытался сделать все, что мог вообще. Как-нибудь сами теперь походите по Останкину, ну поспрашивайте. А че у вас на первом ряду люди такие кислые сидят? Так, Юрьянов, будешь себя так вести, проведем операцию, вернем все как было. Ага, сейчас, я себе уже новое имя придумал. Полиграф, полиграф. Телеграм, телеграмыч, хрен вы со мной что сделаете. Кажется, его уверенность выходит из-под контроля. Я не смотрю СТС. Мушкетеры круче. Пелагея сегодня всем у вас дома. Вы, кстати, тоже можете приходить. Константин Львович, я Муругову ваши слова передал. Странно, на Хрусталева не обратил внимания. Че на него в Урганте никто внимания не обращает? Я что ли буду? А че сидите так далеко друг от друга? Уберите вы этих птиц, да и все. Ты че, придурок, Артема сломал? А вы че им всем имена дали? Не всем, а только Артему, а ты прикинь, именно его сломал. Иди сюда, что ты смотришь? Мужчина, ну у нас тут собачье сердце. Да все у вас собачье и сердце, и поступки собачьи. Да что вы кричите? Давайте как-то по-мужски разберемся. Я стихи в Инстаграм писать не буду. Ты вообще их себестоимость знаешь? Да рублей 15. Ты если знаешь, ты молчи, иди молча делай. Мужчина, извините, а где он сейчас трафарет-то возьмет? Да где вот это вот пусть обводит, один в один получается. Сделал. Вот новый Артем. Александр Васильевич, ну это дебилы. Ну я не знаю, но
Я не знаю, как вы после игры эту карту дарить будете. Пусть, наверное, они и дарят. А напомню, на прошлой игре произошло следующее. Нужен ли нам финал? Нужен. Потому что мы еще не все наряды Алины видели. Валдис, скоро Новый год, и заветные желания должны сбываться. Поэтому встречайте. Алина, это что такое? Мое новогоднее желание. Какое? Не раздеваться перед Пельшем. Ну ладно, раз вся команда в сборе, давайте сфотографируемся с Александром Васильевичем на фоне елки. Подождите! Я тоже хочу! Упс! Серьезно? Упс, Ваня! Хорошо, что хотя бы на Александра Васильевича не упало. Да чего хорошего, он же сейчас ругаться будет. Вань! Надо как-то решать вопрос. Да сейчас решим. О, Нагиев, вы же в «Елке 6» снимались. Это тут при чем? Просто напоминаю, что и такие люди ошибались. Чего от меня-то ожидать? Вань, надо как-то елку убрать. Да ладно, что мы в марте уберем? Саш, заткнись, сейчас вообще не до шуток твоих. Блин, надо посоветоваться с человеком, кто был в такой ситуации. Кто мог уронить елку Александру Васильевичу? Точно, Сан Саныч, что делать? Ваня! Да ладно, сейчас же канун Нового года, просто загадаю желание и все. Придурок, ты зачем желание Пельша загадал? Да чё вы тупите? Поступите, как со всеми проблемными местами в России поступают. Как? Закройте баннером. Каким еще баннером? Да хотя бы вот этим. Мужчина. Вы вообще знаете, сколько реклама на Первом канале стоит? Знаю, но находчивость в этом клубе веселых еще никто не отменял!